нас есть где обслуживать просто. Самосущного говна. Типа, если что-то сломается, детали 1-2 месяца ждать. И они ломаются. Видишь, быстро. Они до 10 тысяч не приезжают, у кого коробку получу. Саму коробку. Тоже хуйню начали делать. Я вообще этот вас не переношу. Ни за всю жизнь. Фу. Русский автопром — это просто говнище. Ты ходишь как китайская. Алиса. Дальше. Ну-ка, что с тобой? Что со мной? Не этот, я забыл, как называется. Не помню, как называется. Я расчесала. Все это говно. Единственные машины нормальные, какие у нас остались, это Kia, Солярисы еще. Ну, Солярисы тоже. Ну, а нет, не Солярисы, а Hyundai. Солярисы уже говно. Их не завозят. Что еще? Тойоты новые вывозят. Они очень дорогие. Егор, мой дорогой, привет. Как ты? Как тебе спалось? Какие сны тебе снились? Надеюсь, сладкие? Сколько? Сейчас вообще Тойота его очень сильно подорожает. 5-7. Ну, если смотреть Короллу новую, то, возможно, да. 22-23 года примерно так будет стоить. Привет, плохо. Вообще не можешь никак. Привет, это с какого? С Оренбурга. Никакие расстояния. У меня нету деревни. А я же тебе говорила, что будет ответка. Получай. Так круто. Как у вас там погода в Пятигорске? Алиса. Дальше. Я просто в баню хочу. Я не пью. Я просто хочу в баню. И в басик нырнуть. Либо в какой-нибудь снег. Хорошо. Тебя так строить глазки. Сегодня вообще классно. Не пропадает. Не берешь, правильно, не берешь.
Ну, Басик жил. Чё, все равно, Никит. Ты уверен? Я уверена. Ты знаешь, армянский нет. У нас холодно, плюс 15. Ночью вообще дубак. Я замерзла Что-то мне жарко. Я же канадская девушка. Мне вот и жарко. Что-то постоянно я в руки выхожу. Шкурка. Ну, холодно, то жарко. Хрен поймешь. Сорян из-за меня. Думаешь, из-за тебя? Так что ты хочешь, чтобы это закончилось? Я пока тебе не отомщу, я не успокоюсь. Все. А если ты не выдержишь, ну, значит, нам не судьба.